Дорогие друзья, от всей души поздравляю Русский культурно-образовательный центр Национального университета имени Даля с Днем России. Это наш общий с вами праздник. Луганская Народная Республика сделала выбор в пользу России и сегодня живет одной идеей. Это путь в сторону России. Я желаю от всей души реализации этой главной мечты. С Россией в сердце. Мы все живем с Россией в сердце. И я уверен, что эта мечта осуществится.